Всем привет! У меня телефон сломался, в ремонте сказали то, что часа через 3 он будет готов. А у интернет-провайдера случились какие-то поломки на линии, поэтому у меня сейчас условия хуже, чем в 2003. Так, спокойно, нужно себя чем-то занять. Можно же телек посмотреть. Не то! Шкаф зашквар, стул лол, пол ржу не могу. Плачущий смайлик, молящие ладошки. Херня, не селфи. Лучше на фронтальную. Поверните направо. Через 5 метров поверните направо. Вы ушли с маршрута. Не, ну без телефона здесь вообще делать нехрен. Хотя бы один лайк. Хотя бы один пост. Починили. Наверное, он разрывается. Сообщения, звонки, запросы. Нужно выставить срочно пост и рассказать, что со мной все нормально. Если ваш парень популярный красавчик, и вы не хотите, чтобы к нему все приставали. Ай, сука. Мне нужно член закрыть. Саша! В чем дело? Он не пристал. Первое, что нужно сделать, это нарисовать ему по максимуму веснушечек. Оу, щит. Мы рисуем максимально широкие брови. Широкие. Что за хрень? Почему ты не урод? Я не понимаю, мне нужен урод! Такие прыщи, которые уже лопнули. Комара приклопнула. Что будет дальше? Будет 18+, да. Вот, собственно говоря, мужчина вашей мечты. А, очки, пользуйтесь моими лайфхаками. Спасибо, что смотрели. Ну что, получила свое? Фразы после секса, которые не стоит говорить, если надеешься на второй раз. Прикольно хрюкаешь. А твоя мама по огне не будет. С тебя 3500. Кстати, от целлюлита могу неплохую мазь посоветовать. Ты давай это очередь не занимай. Вот за это я косарь на кино и кафе потратил. Неплохо, только ты в следующий раз это в камеру смотри. Камера? Слушай, как правильно? Бревно или бревно? Правильно ты говорила, лучше бы в парк сходили бы. Слушай, ты это можешь в следующий раз лицом не поворачиваться? Да, есть! Саня, гони пятикарту, я это сделал! Можешь мне носки погладить? А чё, я ж тебе одолжение сделал. Какие белые! У меня же грязные руки! Я вас буду очень беречь. Вы всегда будете белые. Теперь я самый модный на этом районе. I can tell you the one I wanted from a mile away. Ain't nobody looking like you up in here. Good times written all over your face, yeah. Cause the fucking show out, show me all your talents. Won't not throw me all off balance. Hey, good girl, I'm a real bad habit. Because of you. Ясненько. Я хочу выпить за белизну твоей души.
нет. Ага. А давай лучше ты мне смс-ки Вещи. Утром ты стриг маникюрным набором свои ногти. Сейчас ты сидишь в моих тапочках, пьешь из моей кружки. Как меня это достало? И не говори. А дальше что? Лифчик мой напялишь? А он мал не будет? Короче, если ты еще хоть раз возьмешь что-нибудь из моих вещей, ты пожалеешь, что вообще что-то брать умеешь. Это понятно? Dine, that's my top three in the order. Never took a shot, Lord, once I wish that it was more. Went from the shop and I'm on the other side, taking care of what's some planet. Ну все, держись. Ой, вода в кроссовках. Тогда в твоих пойду. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Ты что сделала? Ой, это была твоя? Надо было спросить. So good. Я же сказала, моё не брать. Вон, своим пользуйся. Хороший был заброс на Бензема, смотрите, боже мой! Господи, да какой же ты криворукий! Откуда у тебя руки растут? Вообще, моя бабушка лучше играет. Лучше бы меня на поле выпустили. Тём, налей попить, пожалуйста. Держи. Привет! Hello. It's me. Дорогой, нам нужно расстаться. Почему? С твоими попаданиями у нас никогда детей не будет. Ребята, это такой важный день. Мы выходим во взрослую жизнь. Этот день останется навсегда в наших сердцах и умах. Идите, я вас обниму. Алкоголь? Не-не, я не-не. Сегодня вечером девчонки готовы на все. Чувствую, мне перепадет, а я подготовился. Юху, ты съел всю ночь до утра! В общем, я заныкал алкоголь во внутренний карман, также в задний карман и в сумку. Можно по-тихому бухать в туалете. А давайте пойдем рассвет встречать и голыми. Ха-ха, видали? С блама ни одной тройки еще нигде нет. Где ты, палки по машине? Почем час, девчонки? Чего? Надеюсь, это решит вопрос? Жуйте на здоровье. Не знаю. Жвачка есть? Какое-то у вас знакомое лицо. Таня, Женя. А, Василина, ваша жена, она очень горячая. Мы с ней спим и кувыркаемся по ночам. Товарищ, просыпаемся. Я запускаю эстафету, сними самую странную вещь, которую ты видел. Так, это что такое, съемочка запрещена? Ну сам помахал, дай другим. Так, инструментарий верните, пожалуйста. Ну я же сказал, ну не могу я выйти. Ладно. Но они хотят жить. Ну я же не просто так сказал, что не могу. Я живу неправильно, но они хотят жить как. Ну товарищ капитан, зачем нам все это? Прыгайте в машину, выпьем, поговорим.